Здравствуйте, с вами Аполлинария. Срочное сообщение из Ялты. Разворачивается госпиталь. Сейчас покажу, что происходит у нас здесь в Ялте. Расскажу про то, что с водой, с отоплением. Военные разворачивают госпиталь в Ялте. Вот столько техники. Вот такая магическая сегодня Ялта, пасмурная. Дожди нам не помешают, конечно. Потому что я вам хочу сказать, друзья, это ужас. Потому что за последние сутки вода у меня была в квартире 20 минут. Я едва успела пополнить стратегические запасы воды. Но, естественно, там... Я вот не знаю, даже уже не приготовишь, потому что ты не можешь просто так брать и расходовать воду. Я вот думаю, что же я сегодня буду есть на обед? Что такое можно приготовить, для чего не нужна вода? Не знаю, может быть купить роллтон, но там тоже нужна вода, чтобы ее запарить. В общем, полный апокалипсис. Из трех батарей в доме работает одна после вот этих всяких наладочных работ. Там где-то ныряли даже сантехники с аквалангами, чтобы чинить. И работает только одна батарея. Я не знаю, в общем, уже что делать. Холодно, воды нет. Но есть только Ялта. Вот такая прекрасная Ялта. Вот такие новости.